Всем салют, привет, YouTube. Друзья, добро пожаловать на канал Горит Талисман ТВ. Приветствую всех любителей шоу-бизнеса и не только. И сегодня я нашел кое-что интересненькое для вас, поэтому не забывайте поддержать это видео лайком и поехали. Итак, тайны больше нет. ТНТ озвучила имя нового холостяка. Скоро на ТНТ стартуют выпуски нового сезона популярного шоу. В сети давно гадают, кто же будет главным героем и какие девушки к нему придут. Рассказываем вам про первого холостяка Александра Гранкова. Слухи о том, кто же станет новым холостяком, ходят еще с осени. Многие говорили, что продюсеры вновь пригласят Тимати. Другие же делали ставку на Мишу Марвина и Гусейна Гасанова. Звучало даже имя Давы, но все ошиблись. В нынешнем сезоне ТНТ решили сделать упор на немедийных личностей. Имя первого холостяка Александр Гранков, ему 27 лет. Он бизнесмен, который получил образование в МГУ и престижном лондонском университете. Герой нового сезона живет в Подмосковье и управляет фермой и конюшней. Для Гранкова испытания начались еще в самом начале проекта. Оказалось, что он не просто идет искать себе девушку, но и будет бороться за внимание участниц с другим холостяком. Да-да, все-таки будут два холостяка. Действительно, в новом сезоне будет два главных героя. По новым правилам проекта, право выбора церемонии роз в конце каждого выпуска теперь будет у девушек. На их решение может повлиять любой поступок холостяка. Неосторожно сказанное слово, неаккуратный жест или прикосновение. Мужчины будут стараться заслужить расположение участниц. На вопрос, примешь ли ты эту розу, они зададут только после того, как девушки озвучат свой выбор. Отметим, что снимали новый сезон в Мексике, а ведущим остается Михаил Белянин. Участников привезут в экзотическую страну, где они в течение нескольких месяцев будут ходить на свидания, общаться и пытаться узнавать друг друга. А что же выйдет из этого, давайте посмотрим уже в ближайшие дни. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. Пишите ваше мнение в комментариях и до скорых встреч. Пока-пока.